Итак, ребята, я уже кое-что сделал, поэтому скажу вам, а вы там уже сами смотрите. У меня был белый интерфейс, стал черный. Набираем плагины. Тут было мало плагинов, поэтому я дам ссылку в конце этого видео, потому что я посмотрел 12-я версия, сейчас 12-я версия. Вот в настройках все равно ссылки 8.2. В общем-то, их просто надо было активировать на самом деле. Но в любом случае, что испробуете. Ссылку копируете, если не появится. И нажимаете Add. Называете, как я, допустим, назвал мои плагины, и вставляете эту ссылку. Ну, пусть я потом ее удалю. И нажимаем ОК. Вот. Пока я ее удалю, потому что она у меня есть. И здесь ищите плагин. Сейчас я посмотрю, как он называется. Я поставил такую, вы можете поставить, ну, ищите тогда Dark All Love. Вот здесь где-то, да? У меня она уже стоит. Или другую тему. Ставите галочку и нажимаете Install. Также воспользуйтесь поисковиком. Посмотрите, как еще ставится темы. Я так понимаю, что можно скачать темы с сайта и потом добавить плагины. Я это сейчас не буду делать, мне хватает. Также проверьте, я не могу сказать это точно, потому что если нажать Tools Options, то здесь есть вот эта вот вкладочка. И вот у меня Darkola добавилась. У вас тоже должны быть эти вещи. Вот Darkola, когда я установил, она добавилась. И вот здесь можно выбрать темы. Ну, допустим, Dark Metal. Оно должно сейчас сказать, давайте я рестартану. И все будет окей. Вот тема изменилась. Теперь давайте создадим первый проект на Java. Файл, ой, файл New Project. Нам надо система сборки. Где-то показывают по-разному. Gradle пока не будем. Maven. И Java Application. И нажимаем Next. Вот здесь у вас в первый раз может ничего не показаться, а показаться окно. И там надо будет нажать, скачать, установить, но поймете, да? То есть нажмете, после этого появится вот такое окно. Называем проект как хотим. Но так как я как понимаю, что здесь могут сохраняться проекты, допустим, Java, проекты JavaScript, проекты Python, поэтому я назову его проект Java Project. Java Project. Здесь смотрим, локация проекта. У меня поставила Home, мой домашний каталог. Нет Bins Pro, нет Bins Project. Если вас не устраивает, то создайте любой другой каталог и укажите. Ну, меня устраивает.
Дальше. Вот здесь нам надо заполнить Group ID. Ну, я написал лесом. Мы можем написать все, что хотите. Ну, у меня уроки, я написал лесом. И вот здесь у нас получается маленький Java Project, название нашего проекта. Так мы и оставляем. Finish. Теперь наши файлы будут находиться в Surge Project. Если на нее два раза щелкнуть, lesson Java Project, ну, нам это не надо. Мы создаем новый Java класс. Создать New Java класс. Здесь мы его можем назвать как хотите. Ну, пусть будет... New App. Новое приложение. Тут мы ничего больше не делаем. Все. Паскадес. Ну, поставим так, чтобы не высвечивалось. Финиш. Теперь, если мы нажмем, то, скорее всего, у нас покажется no main class found. Ну, то есть, нифига у меня не получается, говорит, Java запустить. Поэтому, что мы делаем? Вот тут вот на начало проекта и нажимаем правой кнопкой. И дальше нам надо properties. Потом выбираем run. И вот тут мы на самом деле должны написать класс. Пока закроем, чтобы нам вручную не писать. Вот он путь создал. Копи. То есть lesson Java Project. Да, вот это наш путь. Да? Только опять делаем все это. И run. И здесь lesson Java Project, то есть нашу директорию. Ну, там получается не директория, а получается лесом мы заполняли ID там, ну, а это название проекта. Точка. И вот наш проект. New App. Вот как мы назвали файл, так и называем класс. Нажимаем ОК. Вот теперь уже точно будет собираться. Потому что если мы вот так вот посмотрим, то вот Java проект получился. Теперь, ребят, нам надо написать, вот наш класс называем как хотим, просто там надо main написать. У меня сразу пошло автозаполнение кода, но сначала его не было, поэтому tools, опции, и находим, по-моему, вот, нет, editor, вот, кода completion. И здесь вот есть все языки, но мы выбираем, сейчас работаем Java и ставим галочки, вот как у меня стоят. Аргумент, попуп. В общем, вот это все поставьте галочки. Это я пока не ставлю. И нажимаем ОК. И после этого у вас подсветка кода появится. После этого, допустим, чтобы... Мы потом будем разбирать Java попозже, я думаю. Public static void main. Набираем pb. Ну, вон оно. Так, pb main. Вон оно. Public static void main string args. То есть массив строк. И давайте выведем первую system вывод old. Ну, оно вон там предлагает вывести, но мы заменим строку другое. Привет, не будем отходить. Привет, мир. Для кого-то, возможно, этот первый код на Java, пусть он и скажет этому миру привет, мир. И после этого нажимаем. Пошла компиляция. Привет, мир. Вот наш код скомпилировался. Все круто, все работает, все просто. Ну, дальше... Будем изучать, потому что я говорю, я так наскоками, но мне среда это вообще глянулась. Тут много чего, но надо работать с ней, да, просто взять и поработать.
Так, ну все, оставляем наш Java проект. Вот тут можно, я так понимаю, перекомпилировать. Привет, мир. Давайте 2 добавим и перекомпилируем. Ну да, все работает. Мощная среда, конечно. Все.